А в Берлине сейчас партия коммунистическая, которая только переименовалась, она по опросам на первом месте в том городе, где они сами строили эту стену, где они сами стреляли по людям, где они сами питали в тюрьмах Штази. И теперь они и в правительстве там сейчас, и на первом месте в опросе. Это бывшая СДПГ? Не да. СДПГ, как нет. СЕПГ. Да? Да, и они подошли, что они вместе... И поправь меня. Это бывшая, как она называлась, вот эта партия? Вот видишь, ты сейчас делаешь ту же ошибку, которую я до недавно делал. Я думал, они бывшие, они и есть они. Нет, они просто переименовали партия... социалистическая единая партия СЕПГ Германии. СЕПГ все-таки, да. Да. Они и есть это. Причем это они сами писали клятвенное это заявление в суд, чтобы деньги получить, что мы являемся той же партией, поэтому мы имеем право на это. То есть просто об этом не пишут. Они везде они сейчас участвуют в борьбе против правой партии. Все. То есть они абсолютно мейнстримовые, они в каждом ток-шоу уже. И их там то одна из самых слева, известных, она сталинистка. Боря, эти слева, а справа неонацисты. Да? Они не все, Путин поддерживает. Да, вот это, да. Но там тоже не все неофашисты, там не есть неофашисты, но правые. Да. Да, да, да. Из двух сторон, из семи партий, которые в Бундестаге, было пять очень... Ну, сейчас либерали вернулись на хорошую позицию, будем их простить за то, что одно время они заигрывали. Четыре партии, которые Путин за одно или другое место держит, как...